Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы продолжаем с вами прохождение игры-головоломки Реликта, да, нажимаем продолжить, ссылочка на плейлист с этой игрой в описании под видео, различные ссылочки там на другие игры по другим жанрам, тоже все под видео. Так, на этом месте, собственно, мы и тормознули с вами, мы сейчас находимся, ну да, в Шеклтоне. Мы же в Шеклтон вернулись, или нет, я не помню, давай разбираться. Вроде да, вроде бы да, вроде бы да. Или нет? А я забыл. А я забыл. Куда-то я точно вернулся. Так, что у нас тут? Лаборатория. Лаборатория, лаборатория, лаборатория. Нет, это не Шеклтон. Так, закрыто. Тут у нас какие-то колбочки непонятные всякие находятся, да? И все? И что, это все? А, нет, смотри, нычки. Есть нычки. Нычки, нычки, нычки. Опа. Я шлем хочу. Дайте шлем взять, а? Не дает. Не дает шлем взять. Не, не, нифига тут нет. Ладно, выходим. Выходим, у нас должны быть головоломки, а не лут. Головоломки. Стоп, подожди. Может, что-то заныкали, может, что-то заныкали, что-то заныкали, что-то заныкали. Нет, ничего не заныкали. Не заныкали. Не заныкали. Залыкали. Ладно, идем. Идем, 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 идем. Кубики. Ну ладно. Ладно, кубики. Так. Угу. Мегли Стейшн. Так. А стоп, что нам вообще нужно сделать? Давай сразу посмотрим. Вернитесь в Шеклтон. А, нам вернуться нужно из этого. Понял. Из Фореста вернуться в Шеклтон. Из Фореста вернуться в Шеклтон. Да, вот, собственно, наша магнитка. Мы здесь нажимаем то, что мы хотим в Шеклтон. В Шеклтон хочу. Хочу в Шеклтон. Так, наверное, фиолетовые. Ну да. Вот мы в Форесте сейчас идем, да, все. И возвращаемся в Шеклтон. Красиво. Поехали, поехали, поехали. Давай, пристегивайся и погнали. Так, загрузочка, загрузочка, загрузочка будет быстрая. У нас игра на SSD-шечке. Так, мы в Шеклтоне. Мы вернулись. Мы вернулись. Дальше что? Ну, я вернулся в Шеклтон. В чем проблема? Или прям в центральный зал нужно вернуться? Стой, подожди, а какого чё? Я не в Шеклтоне. Я не в Шеклтоне, я в Форест. Я не в Шеклтоне. Или в Шеклтоне, я запутался нахрен. Я же запутался, ребят, запутался, представляете, запутался. Я не в Шеклтоне. Нет, там должна быть большая, большая, это как его, ну, большая комната гигантская. Выходим отсюда нафиг. Я же вроде даже скринутые штуки делал. Нам нужно в Шеклтон. Чё-то музыки никакой нету. Игра просто, видимо, не ожидала то, что я сюда припрусь. Давай в Шеклтон. Видимо, нужно... Да, не фиолетовый. Угу, угу. Значок должен быть не фиолетовый, а темно-серо-синий. Понятно. Но это я виноват. Это я виноват. Это я виноват. Давай. И погнали. Погнали в Шеклтон. Так, быстрая загрузочка. Я должен успеть бабахнуть чаю. Успел. Чандра вызывает солидаридат. Ну же, солидаридат. Солидат, а? Да, что за... Паттель вызывает Алами. Лая, где тебя носит? Ты не успела на магнитку. Лая, если ты слышишь что-то не так со связью и системой и что-то... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Думаю, со мной тоже что-то не так. Я видела нечто, что происходит с... Ладно, дыши. Думай.
Думай, система может быть взломана. Связи нет. Что же делать? Предупредить ВОП с помощью внешней связи? Нет, только не ВОП. Они не должны узнать о реликте. Кому? Ох, черт, что же пошло, ну все. Рагнар так на Рагнар. Но как мне это сделать без контроля системы? Над установкой связи, как сделать, чтобы система не могла прослушивать переговоры? Есть ли такое место, в котором система не сможет? Отменить заглушение системы. Доктор Патель, система, мне нужна магнитка до Фаустини. У нас куча работы. Снова Фаустини, значит? До кратера Фаустини, хорошо, давай. Система, что с твоим покрытием Фаустини? Покрытие нестабильное из-за неисправности антенны, вызванной солнечными вспышками. Тем не менее, работу надо выполнить, верно? Я за это деньги от ВОП получаю. Надо использовать рупии, налогоплательщиков по назначению. А, ну все, короче, выбираем и погнали. Снова в Фаустине. Снова в Фаустине, значит. Давай. Давай, залезай. Ай, молодца. И погнали. Хорошо, что загрузки здесь быстрые. Так. Угу. Кратер Фаустини, биом полупустынные карстовые формирования. Температура воздуха 304 Кельвина, влажность воздуха 21%. Показатель терраформирования 83. Или я в Фаустини не был еще. Предупреждение, слабо покрыть систему во многих секторах, длительное нахождение не рекомендуется. Что ж, мы должны делать то, что должны, верно? Я буду проверять, слышишь ли ты меня, система. Понятно. Извините, у меня что-то опять нос чешется. Вот два дня на записи не чесал, сейчас опять начал. Не знаю, с чем это связано. Видимо, это не нервы. Так, есть. И погнали. Давай, наверх. Наверх. Молодца. Молодца, ай, молодца. Так. Не, в Фаустине мы не были. Система, ты слышишь? Доктор, я слышу, у вас потери примерная целостность 78%. Правда, это странно. Я слышу тебя четко и ясно, система. Что поделать? За работу. Так, ну это превью. Потому что с превьюхами в этой игре довольно сложновато, я вам скажу. Поэтому берем превьюху так, как вот можно. По-другому никак. Так. Есть. Можно выдвигаться дальше. Так, находим кнопочку и бежим. Так, бежим. Нам, судя по всему, ну да, тут мы не пройдем. Там камушки, водичка, водопадик. Не получится. Нам сюда, сюда. Начинаем развлекаться с загадками. Ой, какие, они что, все сложнее и сложнее, что ли, начинают? Видимо, да, все сложнее и сложнее. Прям Индиана Джонс какой-то. Стоять. Я ж прыгать могу? Прыгать я могу. Блин. Ты быстрее можешь. Твою. Блин, я ж теперь не поднимусь туда. А, нет, поднимусь. Поднимусь, спасибо. Просто мне кажется, надо пробежать. А мы не успеем добежать. Мы не успеем добежать. Придется сразу делать вот так, делать потом вот так, брать эту штуку. Брать эту штуку, говорю я тебе. И... А что дальше? А, ну да. Блин, а не... успею ли я? Должен успеть. Должен успеть. Он же поднимется? Да, он поднимется. Мне нужно успеть добежать туда, схватить эту штуку. И вернуться. Блин! Ой, а чё я туплю-то? Смотри, вот так вот, да? Здесь мы делаем так, здесь мы делаем... Нет, ну здесь мы делаем вот так, здесь мы делаем вот так и запускаем... Всё, вообще изи. Вообще легко. Так, она полетит красная, значит здесь должна быть синяя. Ты же красный полетишь? Ну да, ты красный полетишь. Все. Только сначала нужно, чтобы они сошли все.
и запускаем. Ну или так, да. Тихо, тихо, тихо. Все, взяли, взяли. И тащим наверх. Отлично. Запускаем сюда. И что нам, куда ее надо бы? А стоп, а куда нам ее надо? На нее я залезть не могу. Ага, я понял тебя. Я понял тебя, игра. Что мне надо сделать? В смысле? Стой, 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 стой! Нет. Нет, нет, ну нет, зачем? Ну не то. Должно было быть по-другому, я должен был на ней полететь. Да залезь ты сюда, вот так вот, все. А я-то надеялся. Так, ждем, пока она поднимется, и сразу запускаем, других не ждем. Скидываем, берем, берем эти, говорю. Ну? В смысле? В смысле? Возьми эту штуку и... Молодец. Так, синенькая, да? Так, тебя я вообще вырублю. Ах ты жопка. Ах ты жопка такая. Стой. Неправильно сделал. Неправильно сделал. Бывает, бывает, бывает. Нам нужно было сначала красненькую. И подождать, пока все они спустятся. А хотя нет, нормально и так высоко. Нормально, нормально. Опа! Все. Это было легко. Это было легко, но просто с первого раза не получилось, а так нормально. Не, ну симпатично здесь, я вам скажу, симпатичненько. Блин, даже не скажешь, что это купол. Конечно, я понимаю, все это нарисовано, игра, и все же, но все равно хорошо. Симпатичненько. Так. Интересно, блин. И что вы хотите, чтобы я здесь сделал? Так, мне их нужно будет перемещать, судя по всему. Судя по всему, нужно будет вас перемещать. Так, погнали, 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 погнали. Так, ты какая там? Красненькая, полетишь, значит, синенькая, да? А если ты полетишь синенькая, здесь должна быть красненькая. Как вариант. А, нет, смотри, она туда влетела сразу же. Сразу же полетела туда. И что она там включила? Ой, ё-моё. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Так, сюда идешь, туда встаешь. Стоп. Гравитация. Отключаем гравитацию. Есть. Дальше что я хочу сделать? Что я хочу сделать дальше? Да вы угораете. Я ж тут с ума сойду. Так. Ни хрена не понимаю, но очень интересно. Так, я могу здесь подняться зачем-то. Наверное, чтобы залезть сюда, да? Угу, 100% именно это. Так, ее, кажется, надо запулять. Я не допрыгну. Ох, блин. Начинается мозговой штурм, ну ладно. Ну ладно, так, там еще что-то есть. Нету, все. А чё там-то, блин? Ну-кась. А. Ты так можешь, да? Хорошо. Если так может, хорошо. Пойдем посмотрим, что у нас там.
Так, а зачем здесь это? Угу. То есть я должен встать на нее или что? Там-то что? Там-то что, покажите мне? Не показывают, не показывают, не показывают. Не показывают. Так, мне нужно, получается, сейчас ее как-то сюда поставить. Нет, что-то не то. Мне в любом случае нужно загнать ее туда. Мне нужно, получается, сделать так, чтобы она оказалась в этой точке, и чтобы она полетела. Не, она так не сможет. Она так не сможет. Эй. Блин. Чё тебе надо, игра? Чё ты хочешь от меня? Главное не нажать сюда. Главное не нажать сюда. Понятненько. Кое-что вижу. Вижу, говорю, кое-что. Говорю, кое-что вижу. Сейчас сделаем, смотри. Мы просто сейчас ее берем. Оказалось, все проще. Нет, проще не оказалось. Сейчас, ребяточки, фальш старт, секундочку. Сейчас исправимся. Так, она тут не пролетит. А вот теперь пролетит. И подсрачник. Отлично. Спускаем ее. Нажимаем еще раз. Берем и идем. Давай, поднимай, поднимай. Почему ты не поднимаешь? А, типа, я понял. Так, погнали. Просто бежим, 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 бежим. Стоп. Отходим. Выбираем здесь синенькую. Здесь подключаем. Красненькая. Встаем, отключаем, даем подсрачник и идем дальше. Кажется, я достаточно далеко. Система? Качество приема должно было улучшиться. А, док, теряю, пытаюсь установить связь. Качество приема должно было улучшиться. Нет, нифига не улучшилось, дружище. А не то улучшилось. Да, улучшилось. Отличная работа системы. Слушаешь, можешь связать меня с кем-то там? Связываюсь с Солидаридадом. Мама? Кира, господи, где ты? Я по-прежнему торчу на Солидаридад. Вы пристыковались? Конечно, да. Мы ждали подтверждения системы, но ответа нет. Кира? Кира? Система? Боюсь, нестабильное покрытие 6 по 13 антенную решетку в Ибумбадже, вне зоны охвата. Ладно, неважно. Так, нам куда? Куда нам здесь пройти надо? Так, 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 так. Что это такое? Давайте сразу нажмем. Так, я тут высоко пройти не могу. Нажимаю сюда, получается что? Отлично. А чё не полностью? Ящичка тут у нас нету, друзья, нету ящичка. Но это не проблема. Ай, блин. Да еще раз заберись. Мы не можем просто менять ничего через эту линию. Ну, вы поняли. Пошли со мной. Со мной пошли, говорю. Пошли со мной. Все, ты золотая теперь у нас. Пошли, возьмем сразу ее наверху. Мы сюда же ее протащить не можем, правильно? Так, золотая, привет. God of War, здравствуй. А, да, извините. Во! Хорошо! Хорошо идет. Дальше что у нас тут? Та-та-та-та-та-та. А-та-та-та-та-та-та. А-та-та-та-та-та-та. Я же, если упаду, тут ни хрена не найду. Мне же, наверное, нужно с собой взять эту штуку. А я смогу ее взять с собой и добежать. По идее. А, я ее с собой взять не могу. То оставайся здесь. Значит, спускаемся.
Инфосотка. Есть. Так, здесь твоя будет красненькая, здесь будет синенькая, ты будешь красненькая, полетишь как синенькая. А потом сюда я тебя закину. Да. А она не пролетит. Не пролетит. Так, тебя как взять, моя хорошая? Может быть, тогда мы сделаем так просто? Ага, и так же ее и пульнем. Так, ты выключись. Ты переключись. Стой, 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 подожди. Чё я туплю? А дальше чё? Так, врубай свою эту. Так, а я красненькую. Так, вот так вот. Красненькую. Ты будешь вообще двигаться, слушай. Зараза. Ты можешь сюда идти? Что-то отрубает? Ага. Эй! Иди сюда. Иди сюда. А, все просто. Все оказалось проще. Все оказалось проще. Теперь нам нужно запустить эту туда. А для этого нам нужно сделать эту так. И дать подстрачника. Есть. Теперь. Мы заказываем эту, берем вот эту. Тихо. Ты можешь поставить ее? Можешь поставить ее, когда я прыгаю? Нет, не может. А переставить ты тоже не можешь, да? Так, если это сделаю быстро. Не успел. Непонятно. Стой, подожди. А мне нужно что? Поставься. Все еще легче. Блин, почему все оказывается легче, чем есть на самом деле, а? Так, ты вообще вырубись, да? Отлично. Нет, не так. Вот так. Да встань ты, блин. Все. Все проще. Все гораздо проще. Все, на взлет. Блин, нет, все сложнее. Все сложнее, ребятки. Ребятульки. Как далеко я тебя смогу подкинуть? А, нет, мне нужно именно поставить на нее. Не знаю, как это сделать. Ну-кась. Ой, не та кнопка. Иди сюда. Сейчас немножечко подшаманим. Мы здесь делаем красную, здесь делаем синюю, встаем здесь, эту запускаем. Все, она встала там. Отлично. Мы это заказываем сюда, это запускаем здесь. Встаем сюда. Берем. Ах ты жопка такая. Так, я застрял.
Я не знаю, как у меня это получилось, но у меня это, блин, получилось. Отключаем полностью. Так, это мы спускаем. Надо, можно было просто так нажать. Так, спускаем. Встаем. Встали. Здесь встаем вот так и просто берем. Так, просто взяли, отлично. А я ж пролезть-то не могу. Я ж с этой штукой-то не пролезу. Наверх, что ли, просто запустить тебя, а? Давайте попробуем просто наверх. Вырубись. Вы... Да не ты, блядь. А это наверх не заберусь. Я наверх туда не заберусь. Так, вырубись. Ты иди сюда. Как мне это, блин, сделать? Так, 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 так. Там что-то еще есть. Или нет? Или есть? Или нету, или есть. А вот непонятно. А вот непонятно. А вот непонятно, непонятно, непонятно. Ладно, давайте делать, что задумали. И что не пробовали. Попробуем просто-напросто сейчас закинуть ее туда. Так, красно-синий и вперед. Угу. Ставим. Эту вверх и погнали. Ну да, вверх и погнали, конечно. Да, иди сюда. Да не так, ну ладно, и так сойдет. Так, допустим, она там сейчас у нас есть. Так, берем эту штучку, закидываем сюда. Это делаем, нет, это было синеньким. Это делаем красненьким, теперь синим. Теперь идем сюда. И как мне сюда залезть-то? Зараза, а? Ой, зараза, это за линию, за линию выходит. Ну, типа за линию выходит, но я не допрыгну. По проводу я пройти не смогу. Блин, игра. Бесишь меня? Давайте думать. Давайте думать, 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 думать. Ладно, повторим еще раз. Так, спускайся. Так, у нас проблема, походу. Да хотя и так получится. Хрень какая-то. Я запутался, ребят. У меня что-то мозги кипят. Запутался я. Запутался я. Если я поставлю ее сюда... А, нет, она нет, нет, не получится. Нет, не выйдет. Нет, 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 не выйдет, зараза, не выйдет. Так, ладно, если мы просто ее подкинем... Если мы просто ее подкинем, как не знамо кого... То ничего не произойдет, потому что там... Что? А, понял, понял. Понял. Как это пройти, блин? Как это, блин, пройти? Ага, тупик. Ой. Идите в жопу. С такими загадками. Ну зачем так делать? Ну камон, ну ребята. Я просто чисто проход не увидел. В смысле? Стой, 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 стой! Да твою мать! Да идем со мной. Thank you.
все. Все оказывается проще, чем есть на самом деле. Главное по сторонам смотреть и башкой крутить. Кажется, я видел этот мост уже. Но не уверен. Но не уверен. Ой, тут что-то сложное прям. Сложное. Вы вообще играли в эту игру, ребят? Насколько просто вам давались загадки? И сейчас такие напишут, типа, да, пш, вообще изи. С первого раза все прошел вообще без одной смерти. И прочее. Так, здравствуйте. Мне нужен подставочка. Эй, в смысле? Эй. Эй. Поближе. Надо поближе поставить. Поближе поставим. Давай. Ить. Давай. Ить. Ить. Не, не хочет. Ах ты ж скотина. Че, не достанешь, хочешь сказать? Не достает, прикинь. Так, вырубись. Ты идешь со мной. Так. Ну понятно, понятно. Сейчас будем играть в игру. Должна быть, значит, красная. Так, здесь у нас такая. Ты потом полетишь туда, не долетишь туда. Значит, тебя мы вырубаем. Тебя мы врубаем в... Какая-то там... Все верно. Попробуем так, что ли? Ну, по идее, так должно быть. А, нет, ни хрена не так должно быть. Но мы сейчас это изменим в полете. Есть. Дальше. Есть. Дальше. Тихо. Есть. И подстрашник еще раз финальный. Тюк. Так, и что мы там врубили? А хрен его знает, что мы там врубили. Ну, что-то мы точно врубили. Ну, ту штуку я никак не возьму. И сюда еще одну нужно, да? Так, ясненько. Вырубай. Как же мне достать тебя, такую проказницу? Как же мне ее достать-то? Я буду здесь и... Вариант. Просто вырубаем здесь. И сейчас запускаемся, так же, как мы запускались, но конечную... Конечную не включаем. И должно получиться, по идее. Встаем сюда, идем сюда. Вот так и погнали. Синенькая, так, погнали. Красненькая, снова синенькая, хорошо. И... Да нет, не получилось. Отлично. Давай сразу сделаем уже по-нормальному. Сразу синенькую. Так, это раз. Это два. Да как мне вторую тут заполучить? Пошёл. Давай. Может быть получится допрыгнуть. Чуть-чуть синюю ей врубим. Чтобы мы зашли в эту зону. Только мы, кажется, не зайдем, но можем. Выключим ей гравитацию. Давай. Есть. Все, сейчас будет вообще легко. Хватит теряться друг об друга, извращенцы. Хватит. Так, сначала давай эту туда запустим. Так, здесь она полетит синяя, значит, здесь должна быть... Красная. Ой, полетит красная, здесь должна быть синяя, извините. Глупый кисель. Так, берем и идем. Я думал, это будет дольше, а получилось хорошо.
Так, синенькая, погнали, есть. Теперь красненькая сюда, теперь сюда. Отлично, один есть. Теперь второй. Второй кубик, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, 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 второй кубик. А зачем на этом кубике знак, мне вот интересно. Так, мы вас выключим, и мы вас тоже выключим, а вас мы, наоборот, запустим. И погнали. Так, мы будем красные, значит, тут должны быть синие. Все, погнали. Есть. И вот так вот. И красота, и мы проходим. Я же сказал, красота, и мы проходим. А вот это вот интересно сейчас будет. А какого хрена, собственно? А что у нас тут не так? Два. Два здесь. И почему вы не отключились? Ах ты ж тварь. За этой фиолетовой еще золотая. За этой фиолетовой еще, зараза, золотая стоит. Так, дай-ка я вот сюда слетаю, посмотрю, что у нас тут есть, да? Чисто посмотрю. Ну, давай. Не та кнопка. Ну, здесь мы должны выйти. И как вы себе это представляете, нахрен? Просто как? Падай. Как мне это сделать? Как мне это сделать? Они должны быть замкнуты обе. Обе должны быть замкнуты. Отсюда я не смогу прыгнуть. Может, что-то пропустил? Был бы еще один кубик, я бы смог. Ой, извините, пожалуйста. Был бы еще один кубик, я бы смог. Ну, понятно. Понятно. Я просто кубик пропустил, ребят. Не обращайте внимания. Я просто кубик пропустил. Да, такое бывает со мной. Погнали. Так. Там какой синий? Все. Все, выбегаем отсюда. Я кубик не нашел даже. Такое тоже бывает. Не все должно быть идеально. Пойдем. Кубики, блин. Замучили меня уже. Так, ну и погнали. Есть, отлично. И погнали сюда. Быстренько перехватываемся. Здесь точно так же. И даем подсрачник. Хопа. И хватаем тот и летим. Должно быть все хорошо. Должно быть все отлично. Отлично все должно быть. Так, красненькую сделайте, пожалуйста, для меня. Спасибо. Есть. И все. Прощай, это головоломка. Пиу. И мы победили. Система, ты меня слышишь? Недостаточный прием потери, повторяю, неприемлемый. Да, еще немного. Ну, видимо, да, еще немного. А может быть, скринчик сделаем, а? Че бы и нет? Почему нет, если да, да? Ну, не знаю. Может быть, пойдет куда-нибудь, но не уверен. Ладно, вырубаем. Вырубаем. А как это вырубить? А, клавиша П, точно. Клавиша П. Так, говорит, скоро нормально все будет, если мы сейчас уйдем отсюда еще дальше. И сможем поговорить. Так, тут что-то как-то совсем накрутили много. Прям реально много накрутили. Тут у нас, наверное, еще вот эти ступеньки будут выезжать. Короче, понятно. Ой, извините, пожалуйста. Ой, зевнулась прям хорошо так. Аж глаза покраснели. Слезка аж навернулась. Так. Фи. А где мне вызвать эту фи? Где фи вызывается? Где фи вызывается? А где фи вызывается? Ну, допустим.
И толку, что я это сделал? И толку, что я это сделал? Непонятно. Непонятно мне. Ой, опять зеваю. Ой, хорошо. Не, ребят, я не знаю, что делать дальше. Я не знаю, а голова уже, если честно, немножечко так туманная. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте-ка мы на этом тормознем, пожалуй. Как раз-таки мы вышли за 40 минут. Если дальше буду разбираться, то это будет по час, и я уже зевать начинаю. У меня вообще час ночи уже. Нужно готовиться к завтра. Завтра еще много дел и съемочек. Так что на этом заканчиваем. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо за ваши лайкосики, за ваши подписочки, за ваши просмотры, за все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно реликты. И еще будут плейлисты по жанрам игры-хорроры, игры-головоломки, где, собственно, реликта будет, и сейчас там еще портал, пока ничего нового там нету, но скоро будет. Плюс будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно прохождения игр на этом канале, и ссылочки на социальные сети. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи, и пока-пока, увидимся с вами завтра, до встречи.